Здравствуйте. Если брать кишечно-полостных, медуз и их родственников, то одна из самых опасных для человека – это физалия. Вообще-то это не один организм, это сообщество, колония множества организмов, множества полипов, в отличие от медузы. Но при этом отдельные организмы этой колонии как бы разделили между собой функции. Одни отвечают за ловлю пищи, другие за переваривание, а еще есть вот такой надутый газом пузырь, который придает всей конструкции плавучесть. То есть вроде бы почти органы, но на уровне отдельных организмов. И вот эти длинные ловчие щупальца, покрытые стрекательными клетками, как и у медуз, легко отрываются, валяются на пляже и при этом остаются ядовитыми, опасными при прикосновении.